Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «В контексте» и ее ведущий Владимир Илларионов. Сегодня у нас в студии член Союза писателей России, коренной севастополец, поэт Виталий Федорович Фисенко. Только что прошла праздничная процессия по улицам Севастополя, посвященная Дню Победы 9 мая. Вы с молодых ногтей были либо зрителем, либо участником таких мероприятий. Ваше впечатление 9 мая в Севастополе 2017 года? Как можно сравнить с предыдущими праздниками? Итак, как в этом году проходил парад? Ну, я думаю, что этот год был в некотором роде особенный в силу того, что бессмертный полк, который, в общем-то, в прошлом году я первый раз шел, он был достаточно большой, протяженный, насыщенный, сильный. Но в этом году было, по моим подсчетам, наверное, раза в два больше людей. И самое удивительное, что каждый день победы, даже еще тогда, когда мы еще не были в России, он был настолько яркий, настолько насыщенный, настолько было много людей, которые приезжали сюда специально. То есть вся улица Нахимова и Большая Морская были забиты людьми. И вот вчера, вернее, 9 мая, когда мы шли с бессмертным полком, а мы шли с супругой, несли своих отцов, я своего, Федора Спиридоновича Фисенко, летчика, который до последнего дня обороны Севастополя находился на Херсонесском плацдарме, на одном из последних самолетов улетел на Кавказ. И моя супруга несла своего отца, который на Тихоокеанском флоте сражался с японцами уже, и там стал инвалидом. По сути дела, ему такая рана была, что ему нужно было отрезать ногу. Но он мужественный такой был человек, и настолько он не хотел оставаться калекой, он сказал: или я умру, или у меня будет нога. Так вот, все сделали, и у него, так сказать, сложнейшая операция была, которая, ну, укоротила его ногу. И самое удивительное, он реабилитировался так он построил свой, так сказать, позвоночник, что никто не замечал этого уже в возрасте пожилом, а он дожил до, в общем-то, достаточно преклонного возраста, не было заметно. Но то есть это характер фронтовика? Это да, это был фронтовик, который, так сказать... О, кстати, он был замполитом на линкоре «Новороссийск», и во время этой трагедии он выплыл к Графской пристани. Вот. И это, вот это событие, оно, «Новороссийск», оно всегда в нашей семье тоже связывалось с вот трагедией, которую мы никогда не забывали. Вот рядом с вами в колонне бессмертного полка по Севастопольским улицам шли ветераны, шли люди зрелого возраста, рабочая молодежь, студенты, школьники и даже дошколята. И не было никаких противоречий, все выдерживали какой-то единый средний темп, и у всех было приблизительно одинаковое выражение лица – гордости за своих предков. Самое главное, по-моему, вот этого марша, этой колонны бессмертного полка, это объединяющее все поколения, объединяющее людей разных национальностей. Это впечатление, что опять воссоединился вот тот Советский Союз, когда все нации стояли против фашистского агрессора на одном рубеже. И когда никто не делил по национальности друг друга и на военных, так сказать, страшных мясорубках, которые происходили, рядом были русские, татары, евреи, украинцы, и они все всегда были одной командой, защищающей огромную
Советский Союз, в котором, в общем-то, Россия – это как бы средоточие главное, было объединяющее всех, консолидировало. И вот эта консолидация происходит сейчас на марше, когда мы смотрим на марш, который в Москве происходил. И самое для меня вот про такой небольшой поэтический образ возник, что вот на этом марше встретились защитники, которые не знали друг друга, которые не видели друг друга никогда, но вот в этот день они шли рядом. Сводный полк. Да, сводный полк, и эти люди объединяли совершенно незнакомых. Вот по центральному телевидению уникальный случай, когда родственники встретились, которые 60 лет не знали о существовании друг друга, а несли один портрет. Вот это самое главное. И самое главное, понимаете, вот то, что были буквально с самого, ну, молодого возраста, дети были. Вот это самое главное сейчас. Нас не нужно убеждать в чем-то. Мы выросли на этом, мы дети войны. Мы росли на руинах Севастополя. Мы знаем, что такое фашизм. Нас никак не изменить наше мировоззрение и наши взгляды на историю. Мы ее на себе ощущали. А вот молодое поколение, которое все время пытаются искалечить в этом плане, оно, вот то, что оно присутствует и видит вот это самое главное. И поэтому никаким, так сказать, либеральным силам, которые кричат, что согнали, согнали, заставили, это такое чудовищное вранье. И им уже, наверное, самим стыдно, потому что то, что в этом году происходило... Виталий Федорович, не будем о плохом. Давайте поэтические образы из вашей книги. Да. Что вы прочитаете? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы, как я сказал, на руинах Севастополя росли. И когда я начал писать, а первая у меня была поэма «Херсонесский маяк» по дневникам отца, то я, естественно, поехал на Херсонесский, мы с Херсонес, и там излазил все в районе аэродрома, где служил отец и откуда он на последнем самолете эвакуировался. И вот там ощущение вот этой вот войны, оно буквально было материализовано, материальное было. У меня в посвящении в начале, так сказать, такие слова были. Да, я там был, я видел эту землю, я взвешивал в горстях осколки и шрапнель. Но я был там не как вульгарный соглядатай. Я с этим местом кровью связан и дальним тяготившим долгом перед отцом. В 42-м он здесь тогда сражался всего лишь месяц с небольшим, но этот месяц последним был, как и последним был плацдарм. На нем решались судьбы стран, народов, смешалась кровь арийцев и славян. Здесь сыграны финалы двух трагедий, где есть утраты, рабство и возмездие, и гибель тысяч здесь оставленных солдат. Об этом от отца я не слыхал ни слова, лишь мама что-то говорила мне о том, о дневниках его узнал я позже, а прочитал, когда уж не было отца. Вот это самая большая боль была, что я, так сказать, во взрослом возрасте своем, я не общался с отцом. Он рано умер, пережив вот эту страшную, так сказать, трагедию войны, севастопольскую осаду. Он в 52 года уже его не стало. И поэтому просто не было мужского разговора простого. Вот это самое большая для меня боль. Но я хочу еще сказать про ветеранов, которых с каждым днем становится все меньше, с каждым годом. Мы видим, что их уже мы считаем, буквально можем, так сказать, по пальцам перечислять. И это самая большая боль наша, что они уходят и уносят с собой вот эту самую главную память. Этот главный скрепляющий фактор, эту ту войну, которая освободила Советский Союз от фашизма.
и это будет с нами оставаться навсегда. И вот несколько у меня был такой очень интересный человек, ветеран, который, в общем-то, сражался на Херсонесском плацдарме. Там же он попал в плен, прошел всю Европу, убегал, его убивали, он опять убегал. Потом он сидел в лагере до конца окончания войны, и после войны, так сказать, он попал, к сожалению, в сталинские лагеря. Но он добился того после реабилитации, что ему была вручена медаль за оборону Севастополя, которая является для всех прошедших Севастополь самой главной наградой. Вот я хотел закончить стихотворением «Ветераны», которое, в общем-то, говорит о том, что, а как они ощущают это. Итак, «Ветераны». Оно посвящается Владимиру Марковичу Климовичу. Что может быть обидней полуправды о той смертями переполненной войне для тех, кому она является во сне? Давно уже не чистятся награды, но в недрах памяти не затухал огонь. Его лишь тронь, и опалит он душу снова, переболевшего войной больного. Что вечной памяти годов преграды? Они бы рады воспоминаний боль стереть и вновь спокойно жить, и не спеша стареть, забыть атаки и бомбежек сущий ад, разрыв на минном поле, медсанбат. О, если б можно было в память дверь забить и с прошлым оборвать связующую нить. Но как забыть друзей погибших голоса и их глаза, ночами не дающие покоя и лица не вернувшихся из боя? Я думаю, что вот эти строки говорят о том, что ветераны, они, дожив до наших дней, уже сами по себе совершили подвиг, потому что всем им уже за 90 лет. И мы должны сделать все, чтобы они чувствовали нашу любовь и наше, так сказать, сопереживание с тем, что они перенесли. И мы должны, ну, всегда, везде отдавать дань памяти всем прошедшим войну. Вы считаете, вот парад, который был 9 мая в Севастополе, шествие бессмертного полка, шествие общественных организаций, они отвечают вот в этому вашему пожеланию? Конечно, потому что, когда мы проходили мимо трибун, сидели ветераны, настоящие ветераны, уже вот в том преклонном возрасте, и вся колонна, все кричали «Спасибо, спасибо!» Все благодарили за эту победу, за то, что они подарили нам жизнь и детство. Потому что если б не было их, то не было бы у нас этого детства и не было этого мирного неба. И поэтому я считаю, что вот эта колонна, она сейчас является таким объединительным, мощным фактором. И поэтому 9 мая сейчас самый главный праздник у нас. Если раньше мы ходили на праздники 1 мая, 7 ноября, то по разнарядкам, что нужно было, необходимо, то здесь сейчас люди все идут сами. И я заметил, что вот говорил, что все были колонны вокруг улицы Нахимова и Большой Морской раньше. Это толпы людей стояли приветствовать, а в этот раз было меньше. Почему? Потому что они все шли в этой колонне, потому что каждого коснулась эта война, и у каждого есть свои герои, которые они хотят пронести в этом бессмертном марше. И зрителей парада, они стали участниками парада. Да, этим объясняется. Да, конечно. Я благодарю вас за участие в программе. Мы, безусловно, продолжим эту тематику и в дальнейших программах. А сейчас мы переходим к балаклаве. Дело в том, что школьники Балаклавы очень хорошо знают свой край. Турнир краеведов, посвященный Дню Победы, показал, что практически все участники этого турнира, а это от 5 до 10 класса школьники,
они знают не только тех героев, которые защищали и освобождали Балаклаву, но и названия улиц, памятники, кому они посвящены, и даже биографию тех героев, которые, в общем-то, сегодня далеко не на слуху. Ну, так вот получилось. А финал конкурса состоялся на легендарной батарее «Дропушка» на западном берегу Балаклавской бухты. Земля, на которой мы сейчас находимся, полита кровью батарейцев. Кто-то здесь сложил свою геройскую голову, кто-то был ранен, кто-то продолжал борьбу с врагом на боевой позиции. Всех погибших в войне помянем. Под кремлевских курантов звучание мы долг памяти свой отдаем. Вспомним погибших молча и стоя. Всех защитников нашей страны. Слава! Вечная слава героям, память вечная жертвам войны. Медалью за отвагу был отмечен героизм моториста сержанта Сергея Алексеевича Гладилина. Как и его сослуживцы, медалью за отвагу был награжден электрик-краснофлотец Андрей Иванович Кравченко. Медалью за боевые заслуги был награжден комендор Иван Анатольевич Щербак. Мы никогда не забудем подвиг этих героев, как и тех, кто пал на поле брани здесь, на позиции батареи. Поэтому в 2016 году по инициативе добровольной народной дружины Севастополя была восстановлена мемориальная табличка и совместно с учениками 25-й школы и ветеранами высажена аллея памяти героев этой батареи, которые были перечислены. Нынешнее поколение не забывает о подвиге своих отцов, дедов и прадедов. Они активно занимаются благоустройством мест захоронений и героического подвига защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Среди них и те, кто заботится об этой позиции. Сохранение исторической памяти у подрастающего поколения. Задачи, которые были поставлены перед всеми участвующими школьниками, расширить и углубить знания о героической истории своего города, своей страны, учиться работать и побеждать в коллективе. С радостью хочется отметить, что многие справились с этими задачами вполне успешно. Прошу первую команду к награждению. За первое место школы номер 36. Будь Илья, 8 А-класс. Бьюнникова Екатерина, 8 А-класс. Григоров Александр, 8 А-класс. Ковалева Алина, 7 А-класс. Хлебачев Антон, 8 А-класс. Литовченко Вероника, 8 А-класс. Щелкунова Виктория, 8 А-класс. Также хочется отметить высоких официальных учителей, подготовивших эту команду. Это Облаченко Марина, Анатольевна, педагог-организатор. Крабко Светлана Федоровна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель. Команду Акимова Екатерина Владимировна.
Мащенко, Валентин, Чайкин Кирилл, Чайдук Елена, Якунин. Городской пляж в Балаклаве – любимое место сбора ветеранов Балаклавского района. И здесь можно встретить и рано утром, это любители искупаться, и вечером на вечерней прогулке. Какой же подарок сделать для ветеранов, подумали севастопольские подводные охотники и решили вычистить акваторию пляжа городского Балаклаве от накопившегося за годы мусора. Итак, буквально в канун 9 мая севастопольские фридайверы и подводные охотники осуществили зачистку городского пляжа. Ежегодный субботников ПДКС проводит общественная организация подводной деятельности Крыма и Севастополя. На этот раз мы его проводим совместно с Министерством сельского хозяйства и рыбинспекцией. Балаклавская бухта, городской пляж, убираем перед сезоном, посвящаем 9 мая, наводим порядок подводной акватории. Опыт предыдущих работ показал, что очень много мусора под водой находится. Тот, который реально мы не видим, это бутылки, пластиковая тара, которая тонет. Покрышки, в основном, конечно, это в районе стоянки катеров. Вот. Ну и другой бытовой мусор, и строительный мусор, который, собственно, ложится на дно, врастает в ил и изменяет экологическую ситуацию, конечно, в худшую сторону. Вот. Ну, конечно, больше всего мусора – это общественные пляжи в закрытых бухтах. Ну, то есть в бухтах это не открытое море, потому что, например, в парке Победы неоднократно мы чистили, он оказался условно чистым, потому что мусор уносит в море штормами. Вот. А такие, как, например, из последних было Графская пристань, очень много бутылок было. Ну, ежегодно проводится акция по чистке акваторий совместно с Росрыболовством и ассоциациями подводной деятельности. Также принимают участие правительство Севастополя в этих акциях, ну, в лице Департамента сельского хозяйства города Севастополя. Ну, эта акция проводится с целью очистки водных объектов после зимних периодов, которые, ну, загрязняют водные объекты с береговых, с прибрежной полосы, с штормами, ветрами, сбрасывают, ну, тяжелые предметы, отходы хозяйственной деятельности населения. Такая работа крайне важна, потому что убрать берег гораздо проще, и для этого есть всякие коммунальные службы, помимо волонтеров. А очистить дно это очень важно и для отдыхающих, и для моря. Потому что чистый берег, чистое море. И серебряник нашел. Да, работа важная для экологии моря.
пляж идет, проходит подготовку к пляжному сезону. Подготовка идет полным ходом. Полностью окончание подготовительного мероприятия будет закончено к 28 мая. Сейчас смотрим, значит, то, что у нас убирают дно. Чистое море. Очень хорошо, что это происходит у нас. Поэтому, милости просим, приходите к нам купаться. Будет чистое у нас теперь дно в Балаклаве. На этом очередной выпуск программы «В контексте» завершен. С вами был Владимир Илларионов. Всего вам доброго. До свидания.